субботу, 14 декабря, в Нарском замке фольклорный ансамбль «Супредки» покажет спектакль «Русский свадебный обряд приноровья» по экспозиционным материалам Санкт-Петербургской консерватории. Свадебный обряд – сложное драматическое действие, которое длилось в течение месяца, так как могло включать в себя до 30 обрядовых моментов, таких как украшение елочки, глашение невесты на все четыре стороны, выкуп невесты и застолье с опиванием молодоженов и гостей. В обряде было большое количество свадебных чинов и множество диалогов между ними. На протяжении всей свадебной игры звучали песни, которые исполняли в основном девушки, подружки невесты. Супредки покажут три основные части свадебного обряда – канун свадьбы, венчальный день в доме невесты, венчальный день в доме жениха. В спектакле прозвучат галашения невесты и песни «Деревень Загривье», «Монастырек» и «Воронова» Сланцевского района Ленинградской области. В этот же день в северном дворике замка пройдет традиционная зимняя ярмарка.